Серпухов, привет! Вы на канале Автобонус Групп, а мы в Немецавто в Серпухове. Сегодня к нам приехал Кади с чеком. Машина дергается и не тянет. Давайте посмотрим, что с ней. Что хозяин-то говорит? Ну, хозяин жалуется, у него загорается значок, восклицательный знак, и машина начинает дергаться. А чек горит? А чек у него горит постоянно. Что пишет? Итак, тоже пришел помочь нам? Ну, пишет. Все там? Постоянная? Система постоянная. Топливный бак? По топливному баку, да, система вентиляции. Это датчик абсорбера. Ну как мы этот датчик проверить можем? Он щелкать должен. Если он неисправный, он щелкает. Заводчик автомобиля, он начинает щелкать. Компьютерная диагностика самая интересная. Консилиум. Давай я заведу что-то. Вот это вот, в пустом колесе, да? Не-не-не, это, так сказать, датчик абсорбера. Угу. Что, компьютер подсоединили? Он показывает, что это датчик абсорбера. Причем электрическая неисправность. Сейчас попробуем подкинуть новый, чтобы уточнить, он не он. Только как-то крышка криво стоит. А во, походу в ней и дело. Да ладно. Бля, прикинь, у нас уже во Франции такое тоже было. Ошибки есть? Удалились? Нет, ошибки удалились. Прикиньте, опять крышку кто-то забыл закрыть и приехал, что у него проблемы в коллекторе. Few moments later. Ну что, едет нормально, не дергается. Опять невнимательность владельцев. Крышечку надо закрывать масляно. Ну что, компьютер показал, что это датчик абсорбера, либо подсос воздуха. А оказалось, просто крышка не закрыта. Кстати, это и был подсос воздуха. Остались вопросы, задавайте в комментариях. Всем пока. Тох, что хозяин-то говорит? Загорается у него ручник, она дергается. Ручник? Дергается? Ручник говорит. Я записываю.